Хочу спросить, про ЗАГСа, конечно, какое-то воспоминание или какое-то связанное событие, пару слов. Да, у меня интернет плохо работает, мало. Потому что Вовка, я ныряю, потому что Вовка, жизнь изменилась, потому что Вовка. Потому что очень плохо. Спасибо. Я могу добавить. Потому что про него не говорил, но он еще душой и лицом раскрывал. Это правда. Кто-то забыл уже про это. Это так. Да вот, у нас вы нормальный. Блин. Отлично, привет.
Получилось как в большом городе, сейчас... чувак. Карпинский выставил его мне в морг. Ты вынюхал хоть чуть-чуть? ЗАГСа. Куда деваться-то было? Чувак, теперь в тебе ЗАГС живет. Ну, что, чувак, здесь вот человек, сколько у нас? Человек 30-40, наверное, собралось. Все смотрят на тебя. Скажи нам что-нибудь, а то мы не можем. Кто оставайся? Я не ЗАГС. Я не ЗАГС. А где там? Покажите мне эту толпу. Блин, я боюсь вращать компьютер, потому что... Ну ладно. Света, да, держись, только можешь все отрубиться. Держись. Да мы не можем съесть. Ему съесть этот самый. Ну а что я могу сделать? Свет, боярчик, где там включается? Все, прорезался. Здорово, чувак. Здорово! О, бородач! Бородач! Я, узнаешь меня? Да, да, да! Карпинский, я Карпинский. А где он сейчас? Венесуэле! Да ладно! Соня! О! Тост давай, говори! Говори тост, Мафон! Мафон! Ну, чтоб всем было хорошо, как и этим час. Но тема другая сегодня. Тема другая, Димафон. Вот. Я сейчас вам покажу, как у нас здесь хорошо. А где тарелка? Тарелка где я? Дорого. Резкость? Сейчас постою чуть-чуть. Есть? Есть. У нас тоже есть подарок. Ты про Вовочку нам что-нибудь напомни. А что напомнить? Блин. Я такое помню. Сейчас лучше об этом не рассказывай. Да ладно, все свои, ну давай. Я помню, как его транспортировал из Дахаба в Москву. Пиздец. Он еще в самолете как лег, и все, и он больше не вставал. И я вместо того, чтобы тащить свои сумки, помимо всего прочего, еще и его тащил с его большой сумкой до самого дома. Притом я адреса не знал. А добиться от него было невозможно. Ты его нес как Чебурашку? Бля, это пиздец. Не знаю даже как. Друзья помогли. Мы пытались еще добиться от него. Где ты живешь? Куда нам ехать? Пришлось звонить другим друзьям его. По телефону выяснять какие-то там телефоны друзей, которые знали, где он живет. И вот таким образом я его привез домой. Ну вот так, с лету я вот сейчас вспомнил вот эту историю. Бухштынович сегодня рассказывал историю, как она с ЗАГСа пьяного завезла в курилку в Домодедово на кресле каталки, потому что ходит из лимонов. Первый сумки на своей, с колесиками катал. Потому что иначе никак невозможно было. У меня серфовая сумка была, набитая всякой фигней, весила килограмм. Ну, чтоб не соврать, ну, 70, вот. И еще плюс на ней ЗАГС лежал. И я все это дело тащил с больной спиной. Ну, да. Бухштынович сказал, что первое, что он, когда зашел в курилку, сказал, ну, ох, ёс, курить хочется больше, чем ебаться. Круто. Ну, вы там бухаете, а я буду смотреть. Так. А что пьешь-то? Кофе, наверняка. Нет, кокрвал. Обрвал. 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 Он ее учил говорить. Он ее учил говорить. Скажи, кто там? Скажи, кто там? Димафон, как
Ути-пути! Ути-пути! А где ути-пути? Так, держи. Ути-пути покажите. Ути-пути! Ути-пути! Я тут как блаженная орона всю на весь отель. Аватарку убрать, чтобы я ее не видел. Нафиг она мне нужна? В себя смотреть. Буквально пару слов про ЗАГС. Мы не можем. Мы не вот пьем. Это нас мы раскидало. Бухали. Это точно, абсолютно. Ты что-то никого нету, только Бухари здесь. Давай Бухари. Смотрел недавно фотки с ним и поразился, насколько он как бы завершенный. Самый, так сказать, визуальный объект, то есть в нем все было прекрасно. Вот как не поверни его, на какой фотке его не увидел, он всегда был включен в фотографии. Ну, давайте будем за то, чтобы, так сказать, память его, его вот это чувство свободы и такой оригинальности, она как бы, ну, дала свои корни и в нас, как бы, нас всех объединяет то, что мы его помним, и чтобы, так сказать, как можно дольше его и не забывали. За это предлагаю выпить. Да. Да. Давайте, да. Давайте, да. Давайте, не чокаемся. Да. Нет, ты чек в сухую, не напивай. Там. Ну, мы в общем... Слов про ЗАГСа. Свинья худая. ЗАГС, самый замечательный человек. Ну, очень как он говорил, бабушки в кедах про это рассказывают. Спасибо. С самого начала. Вечером собрались, начали выпивать, курить травой, и карточки заявить, кто умеет раньше. Дядя Вася говорит, у меня рыба. Вот. И он говорит, у меня инсульт. Я умру раньше, я сейчас буду пить. Вот. А Карпыч говорит, у меня сахар, я умру раньше. И Сахар сказал такую фразу, ребята, а можно я выйду первым? И вот эта фраза запомнилась, когда он умер, сразу не помню. А можно я выйду? Являться своим. Знаешь, что слова имеют значение. Ты знаешь, какие у меня проблемы в жизни. Он такой говорит, ребята, а можно я говорю, Зак? Он тебе говорит, Зак, ты и нас-то всех моложе, он и меня моложе, и всех моложе, как бы. Мне 47, так и Зак. Зак на 3 года меня младше. Зак, я вообще как писаю. Зак, бегут умирать. Все пошутили, говорит, Зак, ты вообще молчи. Здесь есть два больных человека, серьезно. Ну, с другого сахара. А тебе-то куда умирать? Зак, а можно я его лучше? Можно я буду сам болеть? Да. Зак, у тебя-то здоровье такое, да, кажется. Да, она же... Знаешь, я с этим человеком довольно много.
Мы живем в Москве. Пару слов про ЗАГСа. Сейчас сказать? Да, можно начинать. ЗАГС был нашим хорошим товарищем. И самые хорошие воспоминания о нем остались в нашей памяти. И очень жалко, что мы его теперь не знаем. Знаем его всегда. Спасибо. Пару слов о ЗАГСе. Прям слов? Прям слов. Жалко, что умер. Спасибо. Я не пойду. Даем один шанс. Ну извините, я тоже в это сняла. Что, у меня тараканы? Скажите пару слов о ЗАГСе. Я работал на публику, я тратил свою авто. Так вот, он бы хотел, чтобы на его не поминках, а на его воспоминаниях, на его дне рождения, люди бы смеялись. Это правильно. И так все смеются, ты чё? Кто все смеются? Каждый о своём, а чё? Показали 3-4 фотографии. Не над ним, не над ним. Ну какое это отношение имеет к ЗАГСу? Никакого вообще. В общем... Выпьем, слушай, я больше подъеду за выступающего. Ну, хорошо. Итак, значит, я, возможно, такой жалкий, неудачный человек, подъехавший чуть позже. Ну, в общем, друзья мои, мое вот только вот мой тост. Давайте выпьем за очень веселого человека, который для меня был символом Дахаба. Да, так и есть. Давай, ура! Ура! Да. Да. Все, я все, что мог, сказал. Ура! Чокаясь! Да. Давайте выпьем, чокаясь. Да. Скажу так, в воде.